Одна из крупнейших компаний игровой индустрии Nexon купила 65,19% долю южнокорейской криптовалютной биржи Corbit. Как сообщает Trustnodus, стоимость сделки оценивается в 91,3 миллиарда южнокорейской воны, около 80 миллионов долларов. После этого инвестиционная оценка Corbit выросла до 150 миллионов долларов, отмечают местные СМИ. Почему в Nexon пошли на эту сделку, пока что непонятно, ведь компания в основном специализируется на онлайн-играх. Правда, можно предположить, что ее руководство подумывает об использовании блокчейн-токенов для своих продуктов. Также отметим, что с 2013 года это первая сделка по поглощению криптовалютной компании в Южной Корее.